Бест! Топ-3! Спеллер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, на леммингов. Так, друзья, сори, я был уверен, что микрофон работает. В общем, пятая часть, Феникс Пойнт. Псионики появились, дипломатию качнули почти до 75% Ану. Сделали Ану Дора. Вот я думаю, сейчас куда полезть. Куда мне дальше полезть? О, звездочки. Вот, видимо, здесь ты можешь купить кого-то. Да, за 900 еды. Другой класс ты можешь купить. Класс. Так, может, возьмем? Еще одного псионика. Я не уверен, что долечу. Но попробую. Да, долетаем. Трындец, правда, так далеко. Туман распространяется. Меня это пугает. О, доступна новая наземная машина. Выберите точку отправления. На базу, наверное, Феникс Эхо. Construction complete. Construction complete. У меня нет еды, правда. Завербовали солдата. И скан здесь не провести. Слушайте, может быть, реально пойти на крабов? Затаримся. Пойдем на крабов. Единственное, что нужно, на очень много всяких патронов набрать. Да, пандараны. Пандараны. Смотрим, что у нас по припасам. Ракетная установка Иерихона есть. Тут снайпер с пистолетом, с патронами. Здесь Хелка с патронами. Здесь тоже патрики на волю. Не помещается только. Какой боезапас там? 18. Штаны, ножная броня. Плюс восприятие. Надо делать. И я возьму даже обычных барсуков с собой. Здесь не хватает патриков. Залезаю в...
Ну, чтобы побольше набрать патронов. Это маловато выходит все равно. У этого лемминга. Мы ждать ему ружье Феникса. Типа дробаш. Как-то так, да? Отрасти Халки Тентакль. Я не знаю, что так можно. Ну что, поехали. Я не знаю, что за миссия, но она вроде квестовая. У меня оперативники уже не помещаются. У меня же было 6 оперативников, я взял еще одного. Я подумал, почему на базе появился вот такой вот значок. Видимо, здесь сидит как раз в персонале. Да, видите, здесь 7 человек. Вот я кого взял. Это еще один псионик. Переносимый вес сила. Да, они занимаются генной инженерией какой-то. Судная голова. Мутация последователя Ану. Судная голова священника. Внушить исступление дружественным персонажам в радиусе 20 клеток. Скорость и на 50% делать невосприимчивым к панике. Понятно. Надо тестить этих псиоников. На этой миссии я ни разу не был. Говорили пацаны, что здесь надо очень много патронов, но вроде я затарился патриками и взял народу побольше. Так что в теории готов. Посмотрим, что будет на практике. Сложность высокая. Посмотрим на задачу. Классов, да, классов точно много в игре, потому что родных-то 4. Ну, из тех, что открыты. Потом 3 фракции, и у каждой фракции тоже есть герои. Атнос, привет. Смайл говорит, я уже слился на этой миссии. Нет. Нет. Можно взять дирижабли, восьмером летать на сложной миссии. Но его надо еще получить. Непросто. Загрузка очень долгая, видимо, уровень генерится. Ни в коем случае не торопитесь. А возможно, что по задачам. Уничтожить инкубатор. Так, ребята, все, я отойду на 2 минуты. Нет, мы все умрем. Серьезно.
Все серьезно, где купить игру? Она только в Epic Store продается. Во-первых, мы видим, что местность специфичная, огромная. О, кажется, вот оно на картинке было. Или это просто ракушка? Так, ладно, двигаемся. Нет, таких ракушек много вокруг. Подходим. А, это лестницы такие, да? То есть тут тупик. Нет, тут тоже лестница есть. Но, видимо, нужно двигаться вот сюда. Забираться наверх. Как-то. Moving to coordinates. Heading out. Не-не-не, давайте, давайте, друзья, без вебки сегодня. Moving to coordinates. На всякий случай сделаю. Overwatch. 5x5. Advancing. А вот и первый враг. Второй далеко. Трындец, как они далеко. Ладно. Moving to position. Продвигаемся, друзья, продвигаемся. Замечен враг. Это гриб? Это не гриб. Кто это? Страж ужаса. 900 хп! Уменьшает очки воли у всех врагов в определенном радиусе. То есть его нужно отстреливать, правильно? Стражи ужаса. Как-то. В определенном радиусе. Там, кажется, даже был рейндж. О, во, пожалуйста, рейндж есть. Вот тут только через снайпа. Четыреста семьдесят там что-то хп у кого-то. О, пси-контролер. Нет, я в прошлый раз на ней отдался. Каким макаром мне пробить вот эту вот хрень на 900 хитов? Архитектура дикая просто. Так. Taking aim.
Хорошая стрельба в голову. Да ладно, поехали одним снайпером. Минус голова. И он начал действовать, смотрите, в разные стороны. Туда, сюда, туда, сюда. Receiving. Loud and clear. Moving to position. I'm here. Блин, там псионики еще висячие есть. Targeting. Маленькая вероятность попасть. По-хорошему надо, конечно, ставить овер, смотреть, как люди будут действовать. I'm on Overwatch. I'm on Overwatch. Психический вопль пошел. И кажется, мою позицию уже рассекречена. Ползет псионик ко мне. Ко мне ползет псионик. Надо запомнить это местом. А он уже близко, между прочим, сучок. Он уже очень близко. Короче, надо верить. Надо верить, пытаться псионика. Если у них действительно открыта вся карта, а у них открыта, блин, вся карта. То сейчас псионик уже на меня полезет. Мне нужно. А у меня там 400 хитов, блин, будь он не ладен. Захватывает он вообще без каких-либо проблем с собаком. Расчет только на оверы и на снайпов. С богом, блин. Без сейва стрёмно. Да, и он идет ко мне. Он идет ко мне. Замечен враг, начинаем стрелять. Мимо раз. Мимо два. Мимо три. Вашу ж медь. Попало совсем немножечко, 4. Твою ж медь. Он не скастовал пси. Пока не скастовал, есть. What's our plan? Ready to fire. Оставляю нубасом. Возможно, даже гренка сюда. Receiving loud and clear. Ready to fire. Сирена. В прошлый раз меня ушатало. Так, 20-20-20-20-30, только по туловищу не стрелять. 470 хитов, контроль разума, психический вопль. Тяжи очень далеко. Психический вопль. Режущий удар. Голову. Есть попадание. Здесь тяжелее, учитывая, что у меня есть возможность подойти чуть, чтобы рейндж уменьшить, разброс точнее. Все-таки в туловище здесь слишком низкая точка. Промазал.
Ё-моё. Промах. Кажется, она сейчас будет убивать. Сразу гренка. Хоть какой-то гарантированный урон. Хотя урон низкий очень. И огонь пошел, да? Успеет добежать. Ну, я подставил этого. Здесь, возможно, прыжок. Ну, хрен его знает. Огонь с ракет, кстати, это хорошо. А, у него это была зажигательная. Не, просто подбегаем. Время молиться. Она точно возьмет под контроль. И учитывая дикую маневренность, я думаю, что может спокойно свалить. Горит. Есть, нормально все. Я бы сначала попробовал тут проатачить так, чтобы еще, ну вот, снести вот эту штуку, на самом деле нам больше нужно. Хотя голова нормальная. Минус голова. Ой. Дальше. Ready to fire. Есть похуже, к сожалению. И для этого я хотел сначала тяжем пострелять. С... Давай. Так. Ой, хорош! Да, только это надо убить все-таки, в конце концов, правильно? Ready to fire. Дробаш. Да! Так, хорошо. Два выстрела мог сделать снайпером. Да, забыл. I'm on Overwatch. I got this covered. Ползут новые. На овере кто-то еще бежит. Нет, гренка, нет! Блин, два ранения уже. Тварь. Так. Просто нельзя толпиться. Работать надо на дистанции, ни в коем случае не подходить. Сначала проходить через оверы тяжем, потом уже все остальное. Moving to position. Got this covered.
I got this covered. Стартанул. Рестартанул. Так, еще стреляем. И, наверное, подбегаю так тяжем. Я не буду пока аптечку тратить, тем более, что там очень, ну, слабенько пробили все-таки. Справа еще один такой же, вот гад. У меня овер не сработал, потому что я не ожидал, что именно оттуда пойдет человек. И слева подходит еще один псионик, нет! И я мажу по нему, ооо, гг. И сразу майнд контроль. Твою мать. Только не ползай, пожалуйста. Да, вот это ошибка. Ну, они реально знают, где я нахожусь. И надо было бы коньяки ждать. Еще Пандаран выходит. Теперь, блин, задача вот эту дуру убить в рамках текущего хода. Если нет, будет бу-бум. В любом случае, неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: взгляни на цель миссии. Наводит на некоторые выводы. Ну, пусть наводит. Так, по хвосту или не по хвосту? Что у нас? 36, да? Туловище 30. Ну, по хвосту получается. Хорошо, закинул. Здесь надо быстрое прицеливание. Ё-моё, это голова. Это голова. Ну, только половина хитов. Попал, молодец. Чуть-чуть осталось. Сможет ли кто-нибудь? Сможет ли кто-нибудь? Контроль разума. На кого? Нет, не факт, что контроль. Надо подставлять вот этого товарища, пробовать им проатаковать. Let's do this. То есть это Леминг. Вероятно. Чуть-чуть. Блин, чуть-чуть. Что по пистолям? Ready to fire. Мало вероятно. Need to try again. I'll get him next time. Ну, кажись, последняя попытка у нас. Смотрю, что у этой пушки. Ready to fire. 10-3. Я не пробью. Или по единичке будет. Нарсис переподписан 17 месяцев. Но это другая пушка. Спасибо за переподписку. Так, стоп, у этого клешня, да? Ну все, сейчас хэвик будет ушатывать наш. All set. Либо мы рискуем, пытаемся убить эту подругу. Да. Да, 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 хватило. Он все-таки пробил. Хэвика спасли. И паника пошла у врагов. А у одного, по крайней мере, фух. Let's do this. Время молиться. Убегает. Черт, было настолько близко. Надо сейчас постоять, поперезаряжаться, приходить сюда, потому что еще могут пойти. Our
Там товарищ намекал, что они бесконечны. Они действительно бесконечны. Получил урон снайпер. Паника. Нормально. Живем. Ready to fire. Так. Ready to fire. Да. Ну окей, пробуем так. Тритона рука только торчит. И я промахиваюсь по нему. Тороплюсь зря. Ну, я бы спрятался сейчас. Так что в открытую просто не стоять. К сожалению, тяж у нас все равно простреливается. Идти вперед тоже не хочется. Да как ты видишь-то снайпа, ну алё? И из пистолета причем попадать пробуют. Один раз попал из четырех. Как я говорю? Второго я не вижу, должен двинуться. Да, пошел, снайпер стреляет. Есть попадание, одно мало. Еще овер. Есть, заражение вирусом пошло. Тяж, ну вряд ли. Пойдет, у него слишком большой разброс, но одна пулька все-таки попала. Сейчас снайпер должен еще раз стрелять, да? Кроме овера, ответку должен сделать. Попал все-таки с пистолета. Блин, долго я с ними справляюсь, очень долго. Да, идут новые. Ошибка, друзья. Ошибка. Опять тут непонятно. Торчит абы что. Убиваем. Здесь очень все как-то близко. И ранения более осязаемые получаются. Мне угол нужен хороший против тритонов, потому что мешает. Перевожу снайпа. Вот, другое дело. Бах по голове. Кровотечение почти минус. Ready to fire. Можно это не добить, конечно. Да, здесь у нас один. Второй паникует. Я могу попробовать его заимкашить. Ренджа не хватает, чтобы его заимкашить. Holding position. Targeting.
Может, пробьем кавер хотя бы. Не, не получается. Хожу штурмашом. Так, два псионика, несколько обычных. Бежим. Что же с инкубатором? Ну что, надо двигаться, только я не знаю куда. Еще враги идут. Инкубатор, инкубатор, инкубатор. Так, ладно, как будем двигаться? Очень плохая местность, потому что с одной стороны высоко, с другой стороны, пока я всеми сюда не добегу, толку нет. I'm here. Бежали. Enemy contact. А вот и враг. Какой? Пулемет и этот, и гранатомет. Вполне вероятно, кстати, он на меня сейчас пойдет. Вполне вероятно. И я его снизу здесь не увижу никак. А вдруг они реально нон-стоп бегать будут? Пытаюсь подсократить к тяжам. Помним, что толпиться вредным для здоровья. Прячу пока тяжем. И этого тоже тяжу прячу. Хотя уже видно, что враг там. На всякий случай, опять же. Овер. Овер. Он бежит ко мне. Ход завершен. Как, блин, мне его оттуда доставать? Да, класс. Местность аховая. On the move. I've got a visual. Так еще враг. В общем, довольно близко. Короче, я делаю овер вот так. Остальными вообще не хочу подходить, потому что начнем толпиться, одна гренка залетит, опять и все. И... Отсюда, кстати, говорят, что я вижу врага. Но, наверное, не стоит. Channel open. Ту-ту-ту. Зарядиться будем. Advancing. Да, тут почти можно было бы стрельнуть, если бы снайперы были. Ну, если вот этой вот кавера не было хорошего у врага. Ладно, смотрим, друзья. Смотрим, как они будут себя вести. Но он может сейчас по звуке кинуть гренк. Еще пси, блин, нет. А я в середине процесса.
И этот грязный кидает по звуку. И второй раз. Охренеть. Минус голова. Все, надо валить. Там псионик на следующий ход подтягивается. Сейчас YouTube крашит постоянно. Сейчас. Смотрите на Твиче резервную. Ивак можно, ивак можно. Так, друзья, подспойлерите, пожалуйста. Они... Мне есть смысл торопиться рашить? Они закончатся или не закончатся, враги эти? Что если... Если закончатся, то я перетерплю. А если нет, то ГГ. Не закончится, говорит Ватас. Блин. Я знал бы я куда бежать, рашить. Одно дело. Короче, свалим отсюда сейчас. Я лучше потом посмотрю, как эти миссии проходят. Потом пройти. Сейчас я точно не готов. Главное на МК не оставить на отступлении. Миссиями явно лучше не это самое не торопиться. Прям явно. Не уверен, что сразу нужно валить. Потому что, возможно, придется кого-то закрывать. Да, я в курсе по поводу трансляции на YouTube. Повторюсь еще раз, можно посмотреть резервную трансляцию на Твиче. Что по Ютубу я отписал товарищу нашему. То есть они идут с трех направлений, карта похожа на симметричную. Это застрял, оказывается, просто. Можем ли мы свалить? Сможем. Всеми? Всеми. Ready. I'm here. Не буду даже стрелять. Это не по условиям челленджа. Опыта дали, кстати. Опыта дали. Немножко. Не, ну тут, видите, появляются
Возможно, какую-то особую команду еще взять с собой. Более мобильную. И сетап тоже. Но меня больше всего пугает наличие... Продолжает появляться мерзкое потомство всем в радиусе действия. Так, и надо лечиться срочно. Уже 10%. Так, эволюция пандаранов. Полевые доклады свидетельствуют о том, что у некоторых пандаранов, принадлежащих к видам артронов и тритонов, постоянно развивается, постепенно развивается устойчивость к нашему оружию. А также они вырабатывают контрмеры. В некоторой степени этот процесс напоминает обычную эволюцию, однако его более четко выраженная направленность не вызывает сомнений. Главной задачей пандаранов является не развитие с учетом эволюционного отбора, а полное уничтожение человечества. Обнадеживает, блин. Вскрытие сирены. Обязательно. Восстанавливаем технологию воспламенения. Объект элитной подготовки. У последователей Ану элитная подготовочка. Чтобы это не значило. Так, наверху огромное количество после скана появилось мест. Это было бы неплохо отправиться. Scan complete. The Sanhedrin Haven is under attack. Кто-кто, чье? О, это Синдрион. И очаги Вити увеличиваются по карте. Это плохо. Плохо. Нет, это место хорошее. Я вот только думаю, успею ли я пролететь, или лучше подлечиться здесь пока что. А потом только лететь. Construction complete. Они справляются, кстати. Я могу не успеть. Нет. The disciples of Anu Haven is under attack. О, вот это вот нужно. И тогда у нас будет дипломатия. Ой, господи. Да? Будет? Да, будет. Будет. Перемещаемся. Тех уничтожили. Короче, уровень средний, 11 врагов. Дадут много. Не справляются. Можно спойлер, можно так. Привет, Хелка. Добрый вечер. Мы недавно начали. Добро пожаловать. Заряжаем. Заряжаем. После этого, насколько я понимаю, у нас будут все исследования, правильно? Я бы скинул ненужные патрики, которые явно с запасом брал под... Вот, лучше взять какую-нибудь гренку или дополнительную аптечку. Быстрый слот. Псионика обязательно проверить. Лемминга тоже возьмем с собой. Этот с дробашом. Так, миссия может быть сложная. У меня нет общей картины, то есть нет плана действий. То есть я пытаюсь сейчас за последователями Ану успеть. Появляются первые псионики, но я их особо не прокачал нормально. Да, быстрые исследования, моментальные исследования. Это очень круто. И я очень хочу посмотреть, что откроется у последователей Ану. Надо посмотреть, к чему это все приведет. А в следующий трай, когда он будет, не если, а когда он будет, мы возьмем и прорашим другую фракцию. Прорашим в хорошем смысле. Так, убить всех врагов. Ключевые объекты защищены 100%. Карта очень открытая.
И ключевой объект у меня за спиной. Ё-моё. Серьезно? Да, есть лестница. И они будут лезть именно сюда. Ну, по сути, это вот, вот они, два объекта, которые нужно защитить. Больше я объектов на карте чего-то не вижу. И если это по аналогии с другими событиями, да, вижу контейнер, то они прямо сейчас на меня полезут. На меня, то есть вот сюда вот. Я постараюсь... Постараюсь запрыгнуть наверх для того, чтобы проверить, кто тут есть вообще из врагов. Если назад я пойду рашить. Не успел мне, как видите, тяж. Так, пока никого. Хорошо. Читы у нас. Еще один тяж, который туда же запрыгнет. Не знаю, что за враги будут. Но пока мне хотелось бы сделать так, чтобы они не шли с флангов. Если будут они двигаться сюда, то они... Ну, я останусь по центру. То они меня просто возьмут в кольцо. О, замечен враг. А, они уже там. Псионики. Ёпарасоте. Щупальцами и пси-атаки. И я не смогу прорваться наверх. Уже. Не замечен, по крайней мере. Твори добро. Как быть, черт его знает. Я очень, тем не менее, хочу добраться наверх. Это можно сделать только оттуда. I see them. Что делать? Слева еще один. С чем? С гранатометом и с пулеметом. Пандарен с той стороны. Да я думаю, может быть, вообще внутрь залетать. Мне нужно будет вот отсюда забегать. И они гранты меня закидают. Я ж помню, они же мобхакеры те еще. Разбомбят и все тут. Короче, я не знаю, что делать. Повсюду проблемы. Народу много. Как быть? What's our plan? Я попробую вот так забежать. Вроде снайпа отсюда не видно будет. Но они на меня пойдут. Сейчас всем. Все-таки на крышу попробую забраться, друзья. Все-таки попробую забраться на крышу. С Богом. Ай-яй-яй, гранатометчик уже здесь. Это тоже с пулеметом и со щитом, правда? И все, внимание. И все, никуда нас видит. Он не смог в этот ход подействовать. Но мне кажется, что... Только врыв. Targeting. Хвост туловищем. Рука. Стреляем в эпицентр. Какой же слабый урон. И ответ в него сразу.
I'm here. Ну, как бы вот и все. Это будет Mind Control. Причем там еще Пандаран, будь он неладен. И который мне сейчас будет мешать. Его надо забирать. Я беру Хелкун. Стреляю Пандарану. Должен пробивать спокойно это все. Спокойно. Хелка немножко, но раненым. Здесь, скорее всего, полходика. Пистолет. Пандаран. И дальше пистолет сирены, но... Это капля в море. Receiving loud and clear. Я не знаю вообще, как с ними сражаться, с этими гадами, понимаете? Заразили вирусом. Да, и точно надо бежать сюда тяжами. Ударить я не смогу, но зато... Да, я думаю, может одного оставить здесь, чтобы просто... Чтобы просто потанковать, блин. Но мне кажется, я там его могу оставить. Нет, хэвиком бежим. Кстати, сейчас псионик действует. Она особо не ранена, с богом. Да ладно, он да... А, он стреляет. Он объект убивает. Отступает. Недалеко он. Майнд контроль. Хелка, хелка, хелка! И здесь рукастый тип с пистолетом. Так. Голова. Ай, хорош. Тикнет на следующий ход. Но мне желательно бы не оставлять на следующий ход. А, стоп, Хелка же будет мне на выстрелы отвечать. Почему она сейчас не ответила вопрос? Должна была. Я сначала добью. Просто ударь ее. Я понимаю, что она отвалится на следующий ход. Но мне нет возможности ждать. Понимаю, что справа еще товарищ с гранатометом есть.
Ай, промахнулся. И да, я должен сейчас пытаться ему руку отстрелить, например. Хотя с такой дистанции я хрен с два что отстреляю. Заражаем вирусом. Ну все. Где от милишника? Я еще не почувствовал. Меня в гиганте беспокоит. Блядь, просто. Минус объект костовый. Хелочка паникует. Ну ничего, нормально. Убиваем. Что? А куда ты стреляла, скажи мне? Он просто не... Тут паника пошла. Я бы ему отстрелил гранатомет, если есть. Но это не тот тип пушки, который мы можем что-то кому-то отстреливать. 5x5. On the move. Неужели это последний? Здесь чуть повыше поднимемся, чтобы наш не перекрывал. Да, последний вроде. Да. Они так расположены были нелогично. То есть вся карта была свободная. Я побежал просто сразу на врагов. Со Steam, привет. Ужас. Левлапов не получили. Но зато сейчас у нас 75 плюс отношения с крабофилами. Искупитель. Во! Yes! Да, хорошо. You have succeeded so far. Действуйте успешно. Да, пока. You have вы проявили смелость. Хитрость, силу, ответ за послушание, подчинение, вера, восходящего самих. Да, проявите божественные принципы, поразите наших врагов, приготовьтесь к судному дню. Да, да. Я, кажется, не за тех вписался. Так, Синедрия, апостол ложной веры, верой, люди, венец творения, ложь, мы не развиты, пока нет, найдите их дома, уничтожьте физические верования, пусть познают гнев мертвого бога, кровь, пламя, пламя, по вашим приказам. Да. Our command, наш приказ, your action, ваше the исполнение, mind that умам двигаться, руки ударять. Хорошо. А где мы? 74, эй! Где мы 75? Я пошел сканить наверх. Бог ждет. А может оно не может быть, пока мы ивент не выполним? А, миссию надо выполнить. Ох, нет. Синдериан, замочишь будет... А я... Не хотел с ними портить отношения.
Но... Сканируем вот эти вот 5-6 точек. Где низкий пандаран? Надо брать. За пандарани. Поехали. Только за доп. Задание от фракции, которое можно взять 25-50. Я понял. Так и живем. Так и живем. Так и живем. Это многие ранены, но по мелочи ранены. Как тебе игра в целом? Она не похожа на остальное. Она сыровата, к сожалению, сыровата. Но учитывая идеи заложенные, потенциал очень хороший. Фален, подчеркивание, Темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает за Пандрон. Пандрон. Так, смотрите-ка. Как распределены... Ох, большая часть контейнеров находится в противоположной части карты. Это не очень хорошо. На крыше здесь не забраться, увы. Но в мою сторону теоретически сейчас пойти могут немногие. И низкий уровень говорит о том, что здесь врагов где-то, ну, 6-8, так, в пределах. Но вражины, как вы видите, с пушками-воздушками. Синедриан. Кстати, не самое выгодное место занимает. Я пока подраж. Очень мало человеческого осталось у тех, кто на верхушке. Короче, у последователей Анны. На людей они уже не похожи по речи. Это настораживает. Не хочу друг с дружкой рядом держаться. Уже как минимум один упырь с гранатометом. Подходим. О, псионик есть. Что-то они начали на регулярных миссиях встречаться. Это не к бобру. Да, сейчас пойду подшатывать контейнеры. Да. И он меня согрел. Ну, то есть он меня видит. За тех ли мы воюем? Вот уже как бы большие сомнения. Я бы кайтанул это все безобразие. Если честно. Ну, потому что получается не очень. Антон Бодрягин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Майкер, привет. Привет. Есть ли в планах поиграть в прохождение кампании Герои 3 во имя богов и Герои 3 Horn of Zebes? Нет, пока таких планов нет, к сожалению. Потому что... Acquiring target. Moving now. Что времени, к сожалению, нет в ближайшее время. Мне кажется, я зря действую вот так, как действую. Короче, сваливаем, друзья. Вы помните, у меня 400 хп. Вперед рашить — это... Идейка так себе, на мой взгляд. All set. Не хотелось бы. Я только тяжем чуть подойду, потому что он
Но он все равно не видит врага. Ей для МКшки нужно подходить чуть поближе. У нее, скорее всего, такие же ограничения, как у моего псионика. По всему этому делу. Поэтому я надеюсь, что она пойдет под этот перекрестный огонь. Под наш. И мы ее тут... Жух. И постреляем. По крайней мере, какой-то урон нанесем. Я вот на это надеюсь. С богом. Да, побежал. Первый овер. Неплохо. Упал очень много. Снайпер. Да, отлично. Почти половина хп минус. Даже дробовичок, зачем-то я сделал на такой дикий рейндж. Она подходит, и рейнджа хватает на МК. Нет, все, пришла. Забит на ресурсы, на самом деле. То есть на эти дальние, туда все равно не добегу так быстро. У меня есть более важные проблемы. Все, изявы. Просто не надо с ней сражаться в закрытых помещениях, и все. Туловище или хвост? Голова. Может быть, имеет смысл псионика качать. Замечен враг. Это нормально. Taking aim. Бах, минус голова. Ну, хотя у него пушка такая, которая не убьет. Ну, здесь вообще минорный дамаг. Давайте штурмашам. Штурмашу сдадим ее. Красиво. Moving to coordinates. И вроде несложно, да? То есть вот взвешенные решения. Отступили. Приняли на овер. Ход прошел. Добили. Изи. Казалось бы. Так, хелочка. Что-то она видит как-то не очень хорошо. Подвести надо ее немножко поближе. Ну, тут маловероятно, на самом деле. Тут вероятность... Ладно, давай снимем. Ой, молодец. А, слушайте, у нее же еще почему-то... Почему-то урон. Минус точность плюс урон. У нее вообще дикий урон. Не случайно она тут шотает всех. Да, попроще шестером издалека убивать, согласен. Ретарик, он говорит. Ой, закидывает раз, наверное. Мне кажется, что игра громковата, не? Вам как, друзья? Кажется, видимо, из-за этих созвонов всяких, из-за соколов тихих, я поднял общий уровень громкости и все. И... Я только не могу понять, какого черта, где все остальные? Я увидел только трех врагов, а их и явно не трое. Нормально, есть такое, говорит. О, кошмар, привет. Как у тебя дела? Когда читалось... А, после репетиции даже не было слышно. Ну, это нормально, я там кривлялся. Ничего страшного. Снайп, не хочешь пострелять, не? Там еще контейнер, я не хочу его отдавать. Moving now. Ладно, поехали. Пошла аркада, друзья. Битым танком. На цель, которая явно не одна там. А может, кстати...
тут, если, например, сирена появилась, да, то она там типа за троих. Отлично, вот этот контент. Игра. Отличная игра. Отличная игра. Heading out. Вроде один остался. Но тогда на этой карте всего лишь три врага. Представляете, насколько это? Такого ни разу не было. Но сирена. Overwatching. Перекрываем его. Overwatching. Да, поехали. Гренка пошла. Да, ну он послушный. Сейчас продолжает страдать. Серьезно. Не, давайте не будем рисковать. Типа отошли. Аптечку юзнули. Там подходим остальными. Штурманем. Making haste. Чем дело в гнезде закончилось? Я оттуда свалил, потому что поступила информация, что они бесконечные. А у меня не было... Ну, короче, мне нужно посмотреть, куда бежать. Я это посмотрю у кого-нибудь на трансляции. Потому что... Ну, или в записи. Потому что враги там жесткие. Грабрауяние! Вот такой вот пес. Ну, здесь уже ситуация просто отличная. Хэвик выходит, кровотечение есть, но зато... Зато вот такая вот картинка. Надо. Он еще добил, знаете, он, там контрольных половина выстрелов было. Реально всего три человека? Да. Ресурсы большинство собрали. Два левелапа. Причем шестой есть. Шестой. У кого-то еще. Важно, как можно скорее найти базу Феникс, пройти сканирование и разведать как можно больше территорий. У нас три базы. Там главным образом хавчик стоит. Но... Да, 400 материалов получили очень хорошо. Так, у меня усталость накапливается, ранение. В засаду могу попасть. Давайте повысим уровень. Это снайп, который может взять при повреждении какой-то части тела, броня с нее спадает. Кажется, имбовый скилл, особенно против крупных целей. И, наверное, все-таки точность, но минус наносимый урон. Здесь еще один левелап. Это у солдата, который просто к нам приджойнился. Я не знаю, что ему делать. Он с дробашом. Наверное, пока закидываем в него мобильность и хиты. Заряжаемся. Попаду в засаду. Вот, у меня еще есть человек в платье. Ах. Но... А что он умеет? Он пока ничего не умеет. На следующем уровне Mind Control. С хорошей, причем... С хорошим эквипом. А, плюс у него выступление есть, как... Благодаря шляпе. Шляпа. Так не хочется улетать на... Может, я базу поближе какую-нибудь эквипну? Ну, просто, чтобы там можно было перекантоваться. Медпункт, например. Мы ресурсы просеканали. Лаборатория мутаций! О, я не заметил это! С мутациям
И где производит мутаген? Сырье для мутации надо брать. Энергии не хватает. Класс. Центр подготовки еще бахнул. А сколько мы будем делать? 3 дня мы будем это все делать. Плохо. Но я не хочу улетать отсюда. Здесь 4 точки, которые можно подсканить. Да, ранение, да, усталость. Воздушное судно. Они враждебно уже настроены. Вскрытие сирены. Отчет. Сирена получила свое имя из-за своего пронзительного крика, содержащего как акустические, так и психические компоненты. Она содержит генетическую информацию человека и многоножки, сочетание ужаснейшего монстра. Однако ее самой страшной способностью является контроль разума. Чтобы понять больше о механизмах этого процесса, крайне важно изучить живую особь. Только в этом случае можно будет понять всю структуру симбиотического коллектива пандаранов. 9% членистоногих, 8% многоножек, 24 человека и неизвестный генетический материал 60%. Функция лидерства, похищение, ближний бой. Контроль разума. Может напрямую контролировать разум врага с низкой волей. Особенно после атаки вирусом или психическим криком. Ну, вот тут ракетная установка Иерихона. Единственное, что осталось. О, воздушное судно Мантикора 1 обнаружило большую группу паломников Фану, идущих по дороге к Исихатскому Зиккурату. Было. Сопровождаем. Плюс 3. И 30 очков умений. Так должны же. Оно не идет выше 74, реально. 30 очков умений — это жир. О, наши оперативники установили контакт с убежищем восстания Бая, которое вступило в ряды Синдериона относительно недавно. В настоящее время жители убежища восстания Бая заняты тем, что перестраивают старое здание заседания совета в новое, которое лучше подойдет для заседаний полноценного демократического собрания. С ними я тоже хочу дружить. Согласиться на сделку бесплатно. Да. Хавчик поменяю на материалы. Последняя точка, потом лечимся. Блин, нет. И засада. Ох, на последней точке засада. Надо было сваливать. Здесь можно и остаться. Что по позициям? Вижу сразу одного краба. У краба ракетная установка. Рядом со мной бочки. Вообще кайф. Надо определить место, куда отступать. Желательно в сторону Ивака, конечно же. Который заранее не отображается.
Мне кажется, куда-то сюда надо. Тут, во-первых, стеночка. То есть эта штука отгораживает нас от... Два здания за них. Ну и там минимум враг один. То есть я бы попробовал... свалить. Не хочу в центре оставаться, потому что бочка, и они могут нападать, и они будут нападать с разных сторон. Это засада. Channel open. При этом сплитимся, чтобы не попасть. Я не очень хочу хэвиком сильно отступать. Let's do this. Если честно... Снайпером подальше. I'm going. А, это хэвик. Ну ладно, давайте, каждый свое направление держит. Раз. Здесь поближе, вот так вот. Здесь на всякий случай, не знаю, левую часть. Тут тоже может выскочить, увы, человек. Закрываем. Гораздо грамотнее, чем в XCOM. Помните, когда ты отошел, и всеми такие Overwatch, 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 Overwatch. Смотришь, прикидываешь, откуда люди могут подойти. Исходя из этого, раскидываешь зоны. С богом. Слева выходит, все-таки. Блин. И мы мажем. Он с дробашом. Трындец. Он не успел выстрелить. Овервотч по... Есть одно пробитие. Справа еще один. Майн контролер. Блин, как же грамотно. Это просто на синематик можно... Так... Ну, не по графике, а по напрягу. Еще один с дробовиком. Нет. О-о-о-о! Identifying target. У него какая-то каска, что? Голову уже. Не, я по рукам помогаю. Ай, он сваливает же еще. Он находится здесь, судя по клетке, да? Identifying target. Я бы попробовал прострелить это место. Это же место. Да. Вот этого в XCOM тоже нет. Понимаете, таких возможностей. Попал вроде. Да, попал, убил. Так, что у нас здесь? Выглядывает барсук. Опять сейчас вниз. Не, нормально. Так, это же Хелка, надо Хелку вылечить. All set. Так, здесь надо работать. Либо по руке. Рука уже почти все. Так, не давай-ка. Следующего выстрела уменьшается, точность повышается. Сначала стреляем просто. Я думаю, надо руку все равно отстреливать. Хотя жалко, так дамага мало. Или оно пробьет? Да, оно же пробивает все равно. Минус рука, надеюсь. Минус установка. Да, у него остается вместо гранатомета только... Что? Только клешня. Zero Distortion поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает: Михаил, привет.
В X-Chun Random был подлый. В ксеноавтах по-крупному. Честный. Здесь как? Смотри, здесь тоже есть вероятности. Ну, во-первых, мне понравилось, мне многое здесь нравится, что рандом нивелируется благодаря тому, что у тебя на один выстрел, как правило, несколько ивентов. То есть ты стреляешь очередями. То есть ты стреляешь по 4, по 6, дробовик по 10. Только снайпера стреляют по единичке, но там можно прям четко прицелиться. То есть нет такого, что «О боже, 95%! Я, как же я мог промахнуться?» Просто все сглаживается из-за того, что событий больше. У меня было пару раз, что там рандомилось на разовых выстрелах, там прям, ну, ядро просто пролетает в маленькую-маленькую там кусочек куртки мирного. Такое было. Но... вообще нет проблем. Я понимаю, что плохо из дробаша тут стрелять. Просто принимаем его здесь. Правда, бочком. Короче, разобрался с теми, кто был, но это далеко не все. Да ладно, он здесь, оказывается, живой! Хорошо, не с дробаша. Тебя стреляют по бочке. А, он ядом умеет плевать. 80 отравлений? 80 отравления? Они эволюционировали, друзья. Твою же шметь, что происходит? Давай на него посмотрим. Да, вот она, плюющая голова. Я увидел голову, думал, бронька, нет. Он плюет в меня. Яд 80, вертел. Знал бы, постарался бы убить. Лечусь, убираю яд. Так, я бы хотел псионика попытаться качнуть. Сделать сложно, на самом деле. Это тоже какая-то голова. Да не хватит мне урона. Там 10 по 3. Это... хватает 50 урона. Добиваем. Ну, он тикнет на следующий ход. Ну, вот, снайпером добьем. И обязательно овер, овер, овер в разные стороны сейчас. Что-то явно еще не всем. Только надо со снайпера овер сделать, пожалуйста. Got this covered. Сбоку. Выходит еще один краб. Три врага. Три врага. Хелки бы помочь. Но я попробовал поставить, подставить, подсветить тяжем. Что, ну мне нужны. Нужна инфа. Вот и враг. Поближе. Эвакуация зачем? Зачем, если мы... Давай так. Либо нога, либо рука, либо... Вам опыт не нужен, что ли? Я не пойму. Ай. Тоже подлечиться.
Тебе эвакуироваться надо. Тебе эвакуироваться надо. Мне не надо эвакуироваться. По крайней мере, пока что. Нет, скип. Да, он достанет с гранатометом. Не успел. Ох ты, эксперт. Да, я не пойму, чего начинается опять. Почему эти советы, блин, непрошенные? Да, я вижу. Слабенький урон. Какая что-то бронька у него дикая. Нет. Ready to fire. Ладно. That's a kill. Да я хочу с хорошего угла добить вон того. Но у меня тут, к сожалению. Хотя нормально вроде все. Не хватит. Помогать. Я действую сейчас, исходя из расчета, что он последний, то есть довольно активно. Остается только хедкраб. Он может захватить, но... То есть он захватит Хэвика точно. Он умеет это делать. Прям, причем не Хэвика захватил, а этого захватил. Но есть способ. Старый, проверенный, дедовский. Что с этим делать? Оп. Все, теперь вроде... Да, это последний ход. Теперь уже можно эвакуироваться. Ютуб упал. Я делаю запись локально. Потому что ему не нравится то, что стрим идет. А, нет, да, стрим идет 12 с лишним часов. 12:40. Так, опять не прожил быстрое прицеливание. А что это дало бы сейчас конкретно в этом случае? Пробегаем влево. Сейчас точно надо лечиться, блин. Восстанавливаться. У меня бойцы такие потрепанные. Они с гнезда вернулись. Потом провели еще пару миссий и попали в засаду. Стоит. Судя по всему, это последний. Неправильно прошел. Эвакуируемся. Возможно, стоит подготовиться и полететь на миссию для максимальной дипломатии с этими последователями Ану. Но прошлая миссия на 50, она была, во-первых, не так давно, и она была такая жесткая. Я, если честно, опасаюсь, что не готов.
dashing ahead. Я параллельно беру нашего замечательного дорожку. У нас есть два повышения. Ох. Ладно, пока живем. Там жесть будет еще хуже, особенно учитывая, что против Синдериона. Мы ничего не получили. Восстанавливаем аптеку. И возвращаемся на самую-самую первую нашу базу. О, тут есть... Ой, какой-то новый. Центр элитный подарок. Это новый класс какой-то. Так, срочно вербовать. Не-не, какая-какая. Это что-то реально новое. Смотрим. Анна Паладин. Анна Паладин, видимо. Да, что-то новое. Неожиданная атака. Атака сзади, также наносящая оглушение в трехкратном размере от нанесенного урона. Приманка. Установит глафическую приманку в выбранном месте. Дроны, пауки. Отправляет сразу три дрона паука. Исчезновение. Скрытая атака. Короче, еще ассасины у нас. Анна. Типичная Анна. Разлила масло. Так, Хэвик. Ё-моё, Хэвик. Мультикласс. Просто таз. Убийство дает союзникам дополнительное очко воли. Боевая готовность. Ну как мне убивать-то Хэвиком? Вообще, если кем убивать, то Хэвиком. А, очко воли, а не очко действия. Ах, я не знаю, что с ним делать. Что вот делать с пехотинцем? С новым. Беда. Надо понять, что у нас там по ролям. Вот оно задание на Синдериан. Какие же у меня люди, видите, уставшие. Точность минус к нанесенному урону. Это взято, да? Минус радиус восприятия. Но точность... А, 30% к урону. Давайте силач возьмем реально. Пофиг. Хороший буст. То есть бонус к точности, бонус к урону двумя перками. Ответ не так не хочу ему брать. Давайте пока что
98 очки умений. Может, пора уже в кого-нибудь вкинуть эти очки? А, что по ресурсам? Ресурсов не очень много. БТР на базе, кажется. Он закреплен за базой. Машин на базе нет. Вот на этой базе. Тут ремонт еще. Перевод какой-то странный, действительно. Что за ремонтная мастерская? Лифт выходит из строя. Лаборатория мутации делаем 3 дня. Ну, новое место оборудуем. Восстанавливаем волю, восстанавливаем ХП. Исследование. О, передавая технологии мутации. Сразу. О, что? Голова персептор. О, это для снайперов. Было выведено несколько новых видов мутаций, которые позволили людям стать быстрее, проворнее. У них появились способности оглушать врагов. Оглушать! Новые процедуры доступны в лаборатории мутации. Она мне делает. Электроудары какие-то, что? Удар в ближнем бою с оглушением цели. Значительно оглушение. Если значение оглушения больше очков здоровья цели. Атака щупальцем. В ответ на атаки противника, который находится рядом. Ну, зайдем в лабораторию мутации, посмотрим, что к чему. Восстановили полностью почти здоровье. И волю восстановили. Все. Надо что-то делать. Но я не знаю, что. Я не знаю, что. Лететь в новую... Наверное, лететь куда-то и новые сканы делать. Как нам добраться на другую сторону? Тут есть. Это Новая Зеландия у нас. Хельки хочет тентакль отрастить. Извращенец какой. Самолет. Но я не могу так просто взять и скоммунизить самолет. Без сейвов. Можем сделать пушку для Хейвика. Вот Голиаф. Ну, помните, которая была у милишников. Пандараны нападают на убежище Бангладеш. Точнее, Лагаш. Не вижу. Не вижу. Там квест слева. Может, они вообще нападают, черт знает где? Нет, вроде. Остановите врага. А, в Европе, действительно. Но я туда не долечу. По крайней мере, так. Я хочу вот здесь поставить скан сразу же. Сканирование территории запустить. И разведываем местность. Потому что сюда, до Великобритании, можно... О-о-о! Город Слизи. Наши оперативники нашли склад, полный полезными ресурсами. Однако склад, как и город, где он находится, покрыт слизкими, скользкими водорослями. Получить любой ценой, просто взять, что легко унести. И... Ну, я думаю, ранение было или усталость. Материалы, провиант. Базово так, весьма. Музыка как раз классная. Сюда не долетаю на таком транспортном средстве. Логово пандаранов. Ну, выбор смотрите какой. Либо я лечу... Очень простая миссия. Это стартовая синдрионовская миссия. Не, давайте подождем здесь. Ты местности рядом. Электрогенератор готов. Медпункт готов.
Нет, нельзя так делать, стоп. Лететь в гнездо пандаранов я не готов. Что, попробуем? Да, исследование не делается, потому что мне нужна колония пандаранов для этого. Чувствую, останусь я там. Ну ладно, что ждать-то? Полетели. О-о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 -
жопа. Атака еще одна. Но нет. Здесь мы умрем. Мутация, кстати, доделалась. Сводка миссии. Война ужасна, но лишь последователи Ану понимают, что для выживания человечества нужно развиваться. Идеология Синдариона о существовании не даст человечеству измениться. Сделать выводы из содеянных грехов. Это ложный путь. И именно поэтому Синод Выжелания так активно протестует против него. Мы должны напасть на убежище и уничтожить силы врага, как бы неприятно это ни было. Defender 2014 переподписан 6 месяцев. Этим мы докажем свою преданность идеям возвышенным. Ну это жопа. Я думаю, что очки умений надо сейчас потратить. На кого только? Воодушевление. Белая складка мутировать. О. Что? Бронированная голова. Невосприимчивость к оглушению. Голова-персептор. Это сразу восприятие 14. Регенерация туловища. Туловища. Огнеупорность. Регенерация. Каждый уход установит 10 очков здоровья всем раненым частям тела. Ё-моё. Псиона Макси. А только от Псиона, если он первого уровня. Хотя можно ему силы вот так вот сделать. За Макси или Псиона. Итак, друзья. Это будет штурм... Это будет штурм. Я бы сделал еще дополнительно сразу же аптек. Потому что помню, что в прошлый раз мне тупо не хватало. Аптечек. Грязь. Мы все умрем. Так, а если... Давай тебе. Так, так, так. Так. Я бы еще гряночку сделал, но гряночку быстро не сделать. И дробовичок. Нужен ли мне дробовичок вообще для него? В прошлый раз меня там просто еле-еле, я потерял 3 человек из 6.
И сейчас я буду против непонятной фракции сражаться. С Синдерионом вообще не сталкивался. Возможно, на этом сегодня мы трансляцию и закончим. Ну вот у последователей Иоанну, пожалуйста, мутации, какие хотите. Мне кажется, я рано сюда пришел. Чисто у меня ощущение такое. Надо было спокойно закрыть там, найти еще одну зону какую-нибудь, там просканить, сделать разведку, полетать, мутации поделать. Ну да, точно. Это же ассасины. Это же ассасины, мать их. Я думаю, надо лететь сразу на Ивак. Ну, не лететь, а бежать. Тут будет человек 15. Нужно от стеночек отыгрывать будет. Потому что у них есть такие снайперы, которые, во-первых, травить будут постоянно. 100% травить будут. По стеночке в бок пытаюсь уйти. Они нас пока не обнаружили, поэтому через овер. Твори добро, а? Moving now. I'm here. Advancing. Да я снайперов подвожу первый, потому что у нее персепшн есть. И если рядом никого у нее, то значит и вообще нет никого. Если кто и заметит врага, то она. Короче, друзья, рядом с Иваком располагаемся. Хэвика вперед. Пытаемся перекрыться так, чтобы... Закрываем овером. Закрываем овером. I got this covered. Скорее всего, я уже чувствую проблемы. Во-первых, я на первой миссии против Синдериона получал огромных люлей. Просто здоровенных, здоровенных люлей получал. Из-за того, что у них яд и снайперы хорошие. А вот они идут. Подвершен, нас не видит. А вот выходит снайп. Ребят, 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 стреляем, 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 стреляем. Так, есть заражение. Ну все, тревога поднята. Еще выходит кто-то. Кто это? Кто это? Кто? Откуда? Еще снайп. Так, пока что, пока что. Ключевое. Поехали быстро, прицели мне раз. On it. Давай посмотрим, что у них по... Эстель Гэмильтон, снайпер. 120 урон. Восприятие низкое. Подготовка снайпера. Ну, она снайпер, да. Брони никакой. Серьезный. Работаем по дальней, потому что по ней сложнее всего поработать. Голова. Дальше, чтобы... Погодим. Ready to fire. Добиваем. Я не понял, кто это был, но какой-то инвизный был. Я бы попрятался, конечно. Five by five. Я бы попрятался.
попытался бы здесь шатнуть немножко с пистолета. 50% правда. That could have gone better. Еще разок. I'll get him next time. Receiving. Loud and clear. Здесь выстрел по левому. Снайп. И... Блин, даже не знаю, что делать. All set. I'm going. Пробуем добить. Добил, блин. Почему не с места такого? Вот вопрос. Что же тебе... Нашпигует, Миш. Да, стою так. Пошла аркада. Кровотечение, заражение вирусом. Остается только штурмаж. Я так не хочу ближе подходить. Знали. Если я не подойду, то пора. Ну все, с Богом, друзья. Это всего лишь два человека. Ладно, три. Но убито пока двое. Держись. Weapons activated. Блин, больно. Another fun day in Еще hell один. World. За стенкой, прямо здесь. Activating scanners. Ой, промахнулся. Еще идут. Ассасин. И здесь еще один. Так, живем. Живем, это хорошо. Живем, это хорошо. Паника у того, да? Хелочку. Heading out. Прячем нашу. Receiving loud and clear. Этот товарищ у нас на овере будет. I'm here. Кто-то отключился у нас из Дискорда. Я бы справа еще попытался закрыть, понимаете? Да что ж такое? Ну кто там? Кто-то заходит в PUBG-шную комнату у нас в этом, в открытую. Да хватит! Ждем баги. А, упал Дискорд, он просто реконнектится. Так, смотрите, у нас тут три из видимых, три человека. Не, все-таки я подставлю этого. Ну, дробаш. Сам Бог велел. Подготовка разведчика, использование арбалетов, дронов пауков, базовый уровень скрытности составляет 25, пока не обнаруживает дрон. Строк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: вот смотрю и делаю вывод, что для такого огромного разнообразия имеющегося в этой игре события в ней слишком быстро развивается. Ты тупо не успеваешь усвоить что-то одно, как тебе открывается другое. В итоге ты просто теряешься в этом всем. Надо помедленнее, как в Лангворе. Помедленнее, как в Лангворе? В Лангворе столько надо было всего. Короче, здесь, скорее всего, так овер сделаем. Возможно, похлопанем снайпом.
Тут, к сожалению, никак. Тоже не очень хорошая тема. Вот как мне того паникующего убивать? Как вот мне его убивать-то? Я не знаю. Так, сюда. Или все-таки выстрелить. Но он паникует. Опаснее, потенциально опаснее человек, который с... Хотя его убью. Почти убил. Но зато вижу. Хорош. А так ли сделаем? Может, с пистолета добьем? Не сможем. Да, видимо, надо пытаться добивать. Так, значит, здесь он, скорее всего, будет идти через дверной проем. Ну, либо левый, либо правый. Поэтому широким фронтом перекрывать пробуем и тот, и другой. Да, будет стрелять слева, товарищ, но мы вроде как в кавере находимся. С богом. С богом. I need a boost. Come here, chemicals. Еще один ассасин. Снайпер. Попал, но не хватает. Но он пока не успевает ничего сделать. Нормально. Пока изяваем. Я бы сокращалится, но нереально. Получается, раз, два, три, четыре. Это пятый. Это пятый. Так, давай-ка через овера, пожалуйста. Там я вижу, что люди бегают. Соответственно, могут выбежать. Хорошо, снайпы пока не алё. I got this covered. I'm on Overwatch. Смотрим. Так, овер. Есть ранение. Ой, попали по хелочке. Снайпер открывает. Только не по своему дрожанию, по своему. Грязь какая. Блин, как ты попадаешь? Паника, кровотечение. У него обычная пушка, алло. Так, ассасин здесь. Еще один там. Вот это да. Паника от Хелки. Она подставляется. Нет. Срочно прикрывать. Так, Хэвик. Взлететь не могу. Так, нужно Хелку как-то лечить. И прикрыть. Пробульчатим. Ага, увидели врага. Где? Хелку лечим. Без головы. Полное здоровье. Это не то, что нам нужно. Сможем ли мы увидеть кого-то из дальних снайперов? Не можем. Без рывка тут очень неприятно играть. Очень неприятно без рывка играть. Реактивный-то мне здесь не поможет. Но я думаю, что надо все равно тяжелую броню подставлять сюда вперед. Просто бежать, как новую цель давать им.
Let's roll. Увы. Он не умеет прыгать, у него навыка нет. Здесь было бы неплохо дезморальнуть. Но хрен из 2 я попаду. Знаете, хрен из 2. Давайте здесь попробуем закрыть вопрос. 6. Бежим дальше. Moving now. Чисто снайпер, не хочу подставлять. Ставлю на овер пока что. Holding position. Здесь терпим, но пробуем вытерпеть. Здесь не знаю. Так нельзя подходить. Я не знаю, что у них еще по гренкам. Рывок пехотинца, есть граната, да? Граната. Химическая причем. А, тот паникует. Еее. Он спаниковал после того, как... Да, тогда мы пробегаем вот сюда. Хорошо. Здесь прикрываем своим телом хелк просто. Бегает. Так, останавливает волю. Тля, давай. Есть попадание. Хорошее попадание от снайпа. Бежит вперед. А что за... Sharing is caring. Нет, гренка, нет! Фух, ядовитая же, точно. Вот они такие психи безрассудные, вы видели? Как это можно так? Ответочка. А как ты видишь-то меня? Yes, we are better than you. Yes, we are better than you. ЧСВшники сраные. Ой, извините. Taking aim. Hostile down. Поднимай лук, кто слюбит врагу. Да, он собирается автоматически на этом типе миссии. Откуда информация, что нужно поднимать лут? Мы же не эвакуируемся никуда. Мне кажется, тут последний уже. Need a better position. Даже долечу. Let's try this. Азрабы говорили, что лут собирается. Так это же давно вроде было. No gods, no masters. Блин, как они из таких винтовок попадают на такой дистанции, дикой? Охренели просто. Heading out. Enemy in visual range. Посмотрим, что у него за пушка. Да, давайте, потому что мне кажется, у него там эффективный рейндж больше 20-ки. 41 радиус! Серьезно! Это много объясняет. Это простой автомат, но у наших автоматов, например, до 30-ки. Тут 41. 40, Карл, 1. Мега точные барсуки. Мега. Но если это последний, то я еще сухим из воды вышел. Мы фракцию поднимем до конца. Ну что, будем поднимать лут. Пацаны же сказали. А давайте проверим.
Я посмотрю, что за лут. Граната зелененькая, вот это вот, да, еще. А здесь граната зелененькая еще. А, и пушка вот с такими патронами. Я надеюсь, хватит нам тут попадать по ним. Последний. Ну. Да. Так, ну что, левелап, 2-3 левелапа. Да, есть ранения, но все живы, и мы сейчас столько исследований с копом. Ох. Ну сейчас, если будет там граната и пушка с патронами, то это все. Это все. Мне жаль, что вам пришлось выполнить волю Синодова желания. Это были не мои приказы. Я не желаю уничтожать тех, кто не согласен с нами. Только если их действия не снижают шанс человеческого выживания. Синод — это необходимое зло. Но, возможно, скоро он уже не будет приносить никакой пользы. You have demonstrated your loyalty time and again. Вы не раз проявляли свою преданность мне. Да, это возвышенное. Думаю, вы полагаете, что я не посвящаю вас, восседали свои планы, вы совершенно правы, час почти настал, скоро я все объясню. Технологии, материалы, провиант. Изменилось. Реально не собрали, да? Нет! Короче, был прав, товарищ. Премчик выписать. Союзник, 79%. Исследование, вот они! Вот они! Боевой зверь, муток. А почему так медленно? Эй, а где быстрое исследование? Высшая технология мутации. Нет, в отличие от прошлой пачки, которая на 50 была, здесь нужны реальные дни по технологии слотного оружия. Прожигать броню противника. Вирусное оружие. Технологии мутации. Опасного боевого зверя можно создать. Граната кислотная. Давай песля, говорит, заведем. Давайте попробуем песля. 7 дней. У нас теперь все технологии последователей Анну есть. Нам нужна... Сюда не успею вернуться. А где брать вот эти вот штуки? Мутагены, ресурс для создания мутации. Видимо, нужно мутагенную лабу бахнуть, да? Точно, мутагенные лабы же хотели. У меня хапчиком все заставлено. Нет, подождите. А как мне мутагенчик-то побахнуть? Как мне его получить? Друзья, скажите, пожалуйста. Насколько игра пройдена? Меньше, чем на 14%. А, лут этот появляется в оснащении солдат. Понял. А, лаба дает. Обычная лаба дает? Или лаборатория мутации? А, и производит сырье. Вот оно. Производит сырье. Я ломаю ради... Ну, я точно мутации пойду. Там какие-то имбовые шлемаки. И нужно сейчас материалов наменять. С еды на материалы переключиться. О, мы можем уже на ту сторону прыгнуть. Да, я прыгну просто для того, чтобы... Можно ли мне через
Я очень медленно иду. Не успею, если буду лечиться. Шум нападения, день. О, очень много дадут материалов, но... Блин, три левела, посмотрим. Вызвать панику. Вызывает панику у целей, если текучие очки силы воли меньше, чем у священника. Естественно, беру панику. Я так и не заимкашил никого. Качаем ему силу воли. Очки умений 100 у солдата. Да я не знаю, что ему давать. Ладно, давай ответку. Поплачусь я за это. И рывок. А это солдат с дробовиками, да? А, я не брал ему... Перк на дробовики почему-то. Это же рывок. Два пехотинца, посмотрим, кто из них продержится. Летели. Очень нужны ресурсы. Сейчас нужно бахнуть мутагенных лабораторий и готовиться к тому, что мы будем мутировать наших солдат. А, это не дробовики, это ошибка перевода, да? Чем ответка плоха? Ну, она всем хороша, только у меня ответка у снайпа есть, и я боюсь майнд-контроля. Я разок прошлый трай запорол исключительно из-за МК и двух человек с ответкой. Я не мог вообще ничего сделать. Так. Знакомое, блин, здание. Я вижу сразу МКшеров. Taking aim. А, наверх я забраться не могу. Могу только кривым способом. Понятно, что я могу забраться через... Channel open. И, видимо, надо здесь уже обосноваться. Еще замечен враг. Там же три человека. Style spotted. И еще враг. Где? Опа. Опа! Здрасте, пожалуйста. Пошли уже на миссиях. Не, слушайте, надо забираться наверх. Трындец. Приплыли. Я полетел сразу тяжем туда. Да меня задолбают личинками, я сгорю просто. Согрели. Я бы проатаковал сирену. Ready to fire. Беда. Ну, урон-то есть, но у нее же хп это конское количество, правильно? И
И ближе ты подойти, подходить, наверное, не стоит. То начнется. Мне кажется, штурмашом надо сюда рашить тоже. Пока без рывка. Но рашить надо. Капец. Сплетануться бы тоже. Какая грязь. Время молиться. Понеслась. По сколько? По пять? Снайп на ход. Пошел овер. А, может дострелить. Больше похоже на рывок было. Ой. Ну конечно, ответочка. И псин. Все пошел куда-то не туда. Это может быть хорошо. Но здесь я должен идти вперед и пытаться его тяжем. Причем вот именно бошку, живот. Как же слабо, трындец. Рывок. Дробаш, да, подходим ближе. Targeting. Здесь надо обязательно начинать очищать, а то мы все тут сгорим. That's a kill. На месте. Следующий по приоритету чувак с установкой. Мало хп, должны убить. Как видите, майнд-контроль наверху. Две личинки еще. Две личинки выгоднее пытаться убивать, а снайпер не видит, да? Ладно, гренки нет, поэтому... Я не уверен, что урон с ноги у снайпера будет достаточный. Достаточный. Надо. Отвратительное попадание. Если я выстрелю из снайперки, то этот выживет. Нет, подожди, здесь еще же есть один. Так. Раз. Два. That was a kill. Все, время молиться. Взрывает мирного, зажигает. Ем кашу уже здесь, и он готов закрыть. Паника. Минус очки воли. Хорошо. Он мирных просто закидывает артиллерийским. Опять раз, два, три, четыре. Ответка непонятная. От пехотинца. Ну, это так. Горит, горит, горит. Так, нормально, держимся. Хорошо, что не контроль. Ближе подходить не хочу, потому что 10 клеток и...
Да не, надо подходить ближе. Можно посмотреть на твои... Так, по ногам лучше стрелять. Ноги самые уязвимые у него. Ready to fire. Поехал. Чуть-чуть осталось. Acquiring target. Раз. Ой, добьем сейчас. Давай. Yeah. Так, больше не будет этих. Здесь лучше ногой, потому что, ну, я вижу, что... А, не хватает. Чувствовал, что там может быть такая хрень. Я думаю, того нужно кислотой. Надо пересмотреть, что дает, что делает вирус. То есть, насколько он реально мне может помочь. Он вроде как раз на псиоников хорошо работает, да? Ready to fire. Hostile down. Снайпер разбирается с тремя чуваками. That's a kill. Нормально. Учитывая то, что он милишник, надо выйти вот таким образом. Ну, спокойно можно уже без кавера стоять. Пытаться прострелить его. Мажем. Меня беспокоит, что у него вирус добавил волю. Волю каждое назначение дебафом. Волю. А МК зависит же от воли, да, получается? То есть, если у него меньше будет воли, чем у цели, то... то все. То мы живем. On the move. Он последний. Moving to position. И воля тратится каждый ход на контроль. Хорошо. Смотрим. Ой, там еще один. Ай-яй-яй, не заметил. Жжет снайпер. А, дурочка. У нее, видимо, как раз... Не, майн контроль пошел. Ой. А, это у этого просто все плохо. Но у меня здесь тоже плохо. Я должен лечиться хелочкой. Ну не посчитал я жуков, понимаете, не посчитал. Acquiring target. Targeting. Стреляем. А! Ай! Забыл! У меня же там, блин! Блин! Нет! Что? Вот я прокачал, блин. А, нет. Moving to coordinates. На следующем ходу я бы потерял этого человека. Да, она сейчас будет штрафовать за каждое действие меня. Мне нужно срочно реактивным туда. Вытанковывать. Черт, блин. Вот это ответный огонь. Это все ответный огонь. У психа есть паника. Да, давай. Есть паника! Точно, первый раз, блин. Да, но проблема в том, что она все равно под контролем. Интересно, ее отпустит в следующий ход или нет? Хевиком на нее.
Отпустила, скажи, что отпустила, а? Собака уползает. Нет, не уползает. 30, она сейчас сгореть может. Срочно зам. Хотя она стрелять опять по мне будет. Надо выйти так, чтобы не было. На рывке попробуем. Давай, дважды. Как же слабенькая. Еще. I need an angle. Пробую гранату закинуть сейчас. Ну, я могу, типа, тяжем пробить. Попытаться ее. Я получу в спину. Ладно, поехали. Есть! Все попал. Да ну нафиг. Срочно лечиться. Я вообще не готов. Это только начало самое, понимаете? Только нормальные такие нестандартные враги пошли. Так, сейчас нужно отстроить. Какие все коцаные. В ближайшую базу перемещаемся. Я бы отстроил еще генок. Лаборатория мутации. Парочку. Пищевое, видимо, скидываем. Идем лечиться. Scan complete. Нет, не сканирование. Ой, дурак. Подождите, я не восстанавливаю волю. У меня тут что, не достроилось на базе? Там некоторые пищевые обесточены. Угу. Это вроде есть. А, вот эти вот. Не хватает энергии. Не уследила за этим. Мне кажется... У меня сейчас то ли воля не восстанавливается, то ли хп. Воля не восстанавливается. Для восстановления воли мне что нужно? Жилые помещения? Выносливость, вот. Ладно, пока здесь без воли так себе, конечно. Ну что, лететь надо сюда, наверное. В Великобританию. Дальше.
Надеяться на то, что там будет база. Но желательно с полными хп. Центр элитной подготовки. У нас есть еда, мы можем поторговать. Мутагены пока в небольшом количестве совсем. Я думаю, что надо технологии менять по возможности. И атакуют убежище. Я туда слетаю все-таки. Только сначала поторгуем. Скидываем хавчик на технологии. И полетели к Синедрин, если успеем. Ой, не факт, что успеем. Успеваем, но впритык. Здесь ресурсов просто много специально. Опасность высокая, 7 врагов, но дают много всего. Ну, я хочу со вторыми, с этими синедриями. Поехали. Так, у нас есть левел ап. У Хелки. Все, последний уровень, быстрая зачистка. Восстановление 2 очков действий за каждого убитого до конца хода. Это она может просто нон-стоп убивать. Ей бы еще быструю перезарядку какую-нибудь. Ну, точно надо брать. То есть убил личинку, все, восстановил 2 очка действия. Выстрелы снайперки, убил 2 личинки, выстрелы снайперки. Но... я очень за нее боюсь. Поэтому давайте еще и хп. Счетчик же что-то там про базу пишет. Что там про базу? Блин, аптек не сделал. Пандаран не достигнет точки Феникс через 2 часа? Стоп, что? 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 Какие... Это они на базу? Прилетят ко мне. Ой. Они за 14 часов предупреждают. Прикольно, я пропустил. Минус база, говорят. Слушайте, а если я базу точно теряю, может мне сразу минуснуть здесь... У меня будет возможность защититься? Или уже все? Или база минус? Если база минус, я тут все сношу по-быстрому и перестраиваю. Да, точка Феникс, это моя основная база. Добрый вечер, повар. Сноси хоть Сирес вернешь, так тут не все Сирес возвращаются. Далеко не все. Все ушатываем. Да, на базе 2 человека, есть шанс успеть. Все. Два лемминга. Есть смысл сейчас на освободившиеся ресурсы что-то построить на основной базе. Вообще, может, имеет смысл сюда закинуть людей? Понасобирать и закинуть, чтобы, ну, держались пацаны. Хавчики есть. Ладно, в любом случае, сначала эту миссию проводим.
Надо привыкнуть реально к... Так, и производство я хотел сделать. Аптечек по-быстрому. Потому что их у меня очень мало. Псих. Ай-яй-яй, нет! У меня же этот одет весь. А-а-а! Нет! Нет! Я же потеряю еще этих двух чуваков. Или попробовать долететь. Я не могу их отправить с базы куда-то в другое место. Да, ниточки Феникс. Ну, ГГ. Неплохой стримчик, друзья. Я думаю, пора заканчивать на самом интересном месте. Что случится, блин, с базой? Продержатся ли два пацана или нет? Стоило сносить или нет? Что будет с человеком-кальмаром, которого мы даже не успели опробовать в бою? Самолет, да, недельку еще сейчас. Мы построим быстрый самолет и на нем улетим от надвигающихся пандаранов. Друзья, спасибо за то, что смотрели. Сегодня трансляция шла почти 14 часов. Отлично посидели. Посмотрели на новые классы, посмотрели на новые обилки. Наконец-то выполнили, заручились, по крайней мере, поддержкой одной из фракций. Будем генно модифицировать, как накопится. Но там нужно 200 вот этих вот штук, чтобы модифицировать. Вот, план на следующую трансляцию посмотреть, хватит ли мне времени, ну, выполнить эту миссию. Скорее всего, мы начнем с нее в любом случае, потому что нужны ресурсы. И если я улечу, не будет этой миссии. И потом сразу рвануть на основную базу. Посмотреть, справятся ли наши два товарища с защитой или нет. Вот, если они там выиграют нам несколько часов, в скобочках 15, пока мы там летим с другого конца карты, то впишемся, естественно. Если нет, то бросаем ту базу и сдвигаемся вправо. Тем более нам все равно нужно в Европу. Завтра увидимся с вами ориентировочно в 6 часов. Матчи там, скорее всего, начнутся чуть раньше, потому что Фоги ливнул и... Ну, короче, я как подъеду, сразу стрим подрублю, не переживайте. Завтра мы досмотрим весь Росбрейн Кап, в том числе и шоу-матч с Императором. Не пропустите. Будет гораздо интереснее, чем сегодня. Хотя сегодня тоже было неплохо. Вот. Короче, до завтрашнего вечера. Благодарю. Отлично посидели. Пойду посмотрю, как там семья моя. Не заскучала ли?